Накануне активисты вуза провели социологический опрос среди студентов. Результаты неутешительные. Из 100 опрошенных респондентов 41 человек не знает разницы между либерализмом и коммунизмом. А о видах избирательных систем вообще никто ничего не смог сказать. Это наглядно показывает пробел знаний у молодежи. А отсюда отсутствие интереса к политической жизни, в том числе и нежелание участвовать в голосовании. То, что сегодня наш выбор нужен нашему государству, нашей стране. Это очень важно и для молодежи, и для взрослого населения. Но это прежде всего честь принять участие в выборах президента. И сегодня мы объясняем это молодежи, разъясняем. Выборы для молодежи – это такой, момент не очень важный. Они сейчас значения этому не придают, да? И ситуация вот только сейчас начинает изменяться, когда молодежь осознает, что необходимо принимать участие в выборах. Ну и как раз вот это осознание формируется в различных социальных институтах, в том числе в образовательных учреждениях. И наша задача как педагогов, которые ведут общеобразовательные предметы, разъяснять студентам их роль в избирательном процессе. В зале студенты первого курса. Многие из них впервые примут участие в выборах, но сделают это уже осознанно. Я считаю, что выборы – это важно, потому что гражданин, сам по себе человек, имеет право выбрать свое будущее. Ребята, те, которые будут принимать участие в выборах, должны осознанно принимать выбор того или иного кандидата для того, чтобы после не жаловаться на то, что они сделали неправильный выбор и что им не нравится политический устрой данного правителя. Молодые люди уверены, что участие в голосовании – это позиция здорового и умного человека, поскольку каждый строит будущее своей страны самостоятельно. И проигнорировать выборы нельзя, ведь сейчас в наших руках судьба целой страны. Руслан Душевский, Анапа регион.